Приветствую всех любителей пошаговых стратегий вообще и Sid Meier's Civilization 6 в частности. В этом видео я хочу рассказать, как, по моему мнению, правильно начинать партию в шестую циву. Я делал подобное видео для оригинальной игры, но вышло дополнение Rise and Fall, оно многое поменяло и явно требовалось записать новый гайд. Естественно, ваши правки горячо приветствуются в комментариях. Более того, я призываю вас, если вы смотрите это видео, то после просмотра загляните и в комментарии обязательно, потому что там явно будут хорошие дополнения. В принципе, это всегда происходит с моими гайдами. Зрители помогают и мне, и вам играть лучше. А теперь непосредственно к руководству. Меня часто в комментариях спрашивают, как понять, через какую победу играть. Дело в том, что с самого начала вы это никак не поймете. Естественно, стоит использовать способности нации, то есть если нация дает много веры, то можно заранее настроиться на религиозную победу. Но по-хорошему, без разведки, без выяснения, какие у вас соседи, где они находятся, какие у вас есть ресурсы, сразу нацеливаться на какую-то определенную победу не стоит. Имейте это в виду. Первое, что нам необходимо, это поставить город. Ну, я тут походил уже немножко, видите, второй ход для того, чтобы открыть карту пошире. Для начала не забывайте включать значки дохода. Это вам будет помогать разобраться, где клетки более выгодные, где менее. И я на самом деле появился вот здесь. Самая лучшая клетка для старта, опять же, по моему мнению, это когда есть три еды и одно производство. Часто это бывают бананы. Для столицы, для первого города это лучше всего, потому что у вас город и растет, и дает производство. Кроме того, в шестой цивилизации очень важна пресная вода, потому что она изначально дает жилье. Больше всего пресной воды дает река и озера. Не забывайте пользоваться линзами. Вот выбираете линзу поселенец, и вы видите, где сколько пресной воды. При этом, даже не видя территорию, вы начинаете понимать, что на этой территории есть. Это вот река, больше всего пресной воды. Это побережье. То есть вот тут вы понимаете, что здесь море, здесь ниже будет море, потому что тут побережье. А вот тут много пресной воды, значит вот это озеро. Это не река, это озеро. Вот здесь, скорее всего, одна клетка озера. И уже предварительно вы можете думать, как вам лучше города поставить. То есть я могу здесь поставить город, приблизительно здесь три клетки, да, и, например, вот на месте этого луга я могу поставить город. Исходя из этого, уже можно предварительно себе прикидывать, где у вас будут какие районы. Напоминаю, в Rise and Fall появился такой район, как правительственная площадь, которая дает плюс один бонуса всем остальным районам. Соответственно, желательно, ну, ее чаще всего стоит в столице, хотя можно и в любом другом городе построить. Но желательно поставить этот район так, чтобы потом в будущем можно было его окружить другими районами. У меня вот здесь всего одна гора. То есть бонуса науки моим кампусом я вряд ли получу. Поэтому, ну так, я здесь вот появился, это неплохое место для того, чтобы изначально город поставить. Мы ставим тут город и прикидываем, что, наверное, правительственную площадь вот тут неплохо поставить. Тогда кампус здесь уже будет давать бонусы от соседства, от горы и от правительственного района плюс один. Здесь город, так как это озеро, то явно вот здесь тоже можно будет поставить. И вот тут поставлю город. И кампус этого города можно будет расположить здесь. Значит, это еще бонусы. В этом городе коммерческий район вот тут можно будет поставить. Это еще бонус на кампус. И так вот постепенно вокруг правительственной площади будете размещать районы. И это вы делаете благодаря тому, что спланировали разместить, где ваши города, заранее. И не забывайте, что на первом ходу в сетевой игре нету никакого таймера, вы сможете подумать. Опять же, меня часто спрашивают в комментариях, почему я так близко ставлю города. Нет, чтобы там подальше, поширше расселиться. Нет, в шестой циве, чем ближе вы ставите город, тем лучше. Потому что здесь города не растут так сильно, как в той же пятерке. То есть здесь, ну вы сами видите, вам дают бонусные очки эпохи за город в 15 жителей, в 20 жителей. То есть к концу игры город в 20 жителей — это очень-очень классно. В то время как, например, в той же пятерке в конце игры 35 жителей не всегда хорошо. Поэтому минимальное расстояние между городами — 3 клетки. Вот так и стоит
размещать города. Кстати, не забывайте использовать метки. Вот здесь у меня будет первый город, я пока так размышляю. Вот здесь у меня будет второй город, видите, три клетки. Раз, два, три. И так как вот тут озеро, то третий город, раз, два, три, вот здесь будет. Предварительно можно еще поставить себе клетки на районы. Значит, я думаю, что вот здесь у меня будет правительственная площадь. Назовем это ГАФ. Значит, здесь у меня предварительно будет кампус. Здесь будет тоже кампус того. Ну, вы понимаете, это все предварительно, потому что вы еще не исследовали карту. Но приблизительно прикинуть, где что будет, это очень важно. Потому что длительное планирование, стратегия на долгую игру, она всегда выгоднее. Еще один интересный момент по поводу линз. Не забывайте использовать линзу Престиж. Если она вам кажется бесполезной, это не так. Потому что благодаря этой линзе вы можете заранее увидеть, где находится чудо природы. Рядом с чудом природы всегда много престижа. В данном случае этого чуда не видно, но если вы увидите вот где-то вот такие зеленые клетки рядышком друг с другом, то тут по одной клетке. Вот здесь, например, видите, зеленая клетка. Престиж потрясающий, но это из-за того, что это такой выдающийся в море тайл. Это обычное дело. Но если где-то вот вы так рядом видите зеленые клетки, то там, скорее всего, чудо природы находится, и имеет смысл туда заглянуть. Кроме того, почему сейчас еще более важно ставить города как можно ближе друг к другу и плотничком. Вот видите, я сейчас такой треугольник сделал для себя, да, городов. Возможно, тут ниже еще. Нет, тут уже ниже не поставится. Возможно, тут где-то будет город поставится. Потому что в Rise and Fall появилась механика лояльности. И если вы видели мой стрим за Норвегию, то там я заранее второй город довольно далеко поставил, и на него так сильно давила лояльность от соседей, что он просто отвалился. Сейчас спешить с городом где-то далеко, типа подселить соседа под столицу, не стоит, он у вас отвалится. Соседу даже не надо будет с вами воевать. Он просто этот город обставит своими городами вокруг, и вы его быстро потеряете. С лояльностью вначале очень тяжело бороться, если рядом с вашими городами нету других ваших городов. Именно поэтому важно их так вот плотненько ставить, и я считаю, благодаря этой механике более красивые, правильные начали страны появляться на карте, потому что, ну действительно, вы не можете вот так вот расселиться, фиг знает где город поставить, и он будет вашим. Нет, тут важно, чтобы они вместе были, и не было других рядом национальностей, которые бы на него влияли. Что вначале строить в ваших городах? Тут, конечно, зависит от того, играете вы в сетевой игре или против компьютера. И против компьютера я буду рассматривать только варианты на божестве. Дело в том, что на божестве у компьютера сразу куча юнитов, и он вас изначально считает очень слабым. Поэтому тут без вариантов вам надо строить военные юниты. Я считаю, что сначала пращников хотя бы 3 штуки построить. Но в случае Кри, я сейчас за Кри играю, у них Акичита, конечно, офигительный юнит. Это и скаут, и очень сильный рукопашный юнит. То вот в случае Кри, конечно же, Акичита. Я вам еще раз напоминаю, что это такой универсальный гайд, но вы всегда отталкиваетесь от того, какие способности у нации, за которую вы играете. Поэтому всегда штук 5 юнитов, наверное, имеет смысл построить. И в культуре, конечно же, постарайтесь побыстрее выйти в мастерство. Потому что они дают карточку плюс 50 производства для подготовки антикавалерийских юнитов. Это поможет быстрее пращников построить и, может, парочку воинов. Иначе, ну, компьютер на вас нападет так или иначе когда-нибудь без вопросов. Тут вопрос только в том, сможете ли вы отбиться. И для этого нужно как можно больше юнитов. Потом вы прокачаетесь, потом вы сможете его захватить. Он, компьютер иногда даже на божестве занимается тем, что начинает вам города предлагать за мир. Ну, почему бы их и не принять? Если же вы играете сетевую партию, то я считаю, что вначале стоит как минимум 2 скаутов построить. Есть еще, сейчас люди играют в такую стратегию. Вначале вообще просто ничего не строят. Ждут, когда город вырастет до 2 жителей. Ставят по максимуму вот на производство и еду.
Кстати, не забывайте вот этот фокус ставить, и не забывайте здесь использовать, это намного удобнее, чем в пятой циве стало. Ждут, когда город вырастет до 2 жителей, для этого они просто не ставят производство, называют, нажимают Shift-Enter. Если вы Shift-Enter нажмете, то ход пройдет. Дело в том, что в шестой цивилизации производство, которое вы не потратили, оно накапливается. Вот вы можете обратить внимание, что мне сейчас строить, например, воинам, да, 3 хода осталось, строителям 4 хода. Давайте я еще раз нажму Shift-Enter. Воинам 2 хода, строителям 3. Понимаете, да? Накапливается. Для чего это делается? Для того, чтобы сразу начать строить поселенцы, когда появится второй житель. Я не считаю, что это лучшая стратегия или хуже. Я не считаю, что это как-то выигрывается. И это, по-моему, не баг и не чит какой-то. Я иногда строю лучше юнитов. Например, вырастаю до 3 жителей, а потом строю поселенца. Иногда вот так строю. Это, опять же, зависит от того, как вокруг тут с варварами будет, где соседи находятся. Тем более, что в начале игры очень важно найти как можно больше городов-государств, чтобы от них бонусы получать. Вот я вижу, видите, тут торговый город-государство, потому что желтого цвета. Повезло, строителя дали. Но если вы играете вот через такую стратегию, то идея ее в том, чтобы дойти до 2 жителей. Когда у вас появляется 2 жителя, только тогда вы можете строить поселенца, но вы уже за предыдущие 4 хода накопили производство и можете использовать поселенца. Это, кстати, к вопросу о том, что я иногда в своих сетевых играх не успеваю ходить и теряю много производства, там, науки, культуры не выбирая. На самом деле и наука, и культура тоже складывается. Если вы не успели выбрать следующую технологию, то вы сможете следующим ходом выбрать, и накопленная наука пойдет на ее открытие. Здесь есть важный момент. Не стоит этим злоупотреблять, потому что если произойдет рассинхрон или вам в сетевой игре придется грузить сейв, то вот это вся накопленное производство, накопленная наука и накопленная культура пропадет. Вопрос в том, баг это или не баг. Так как этим могут пользоваться все, и у всех оно одинаково работает, то я это багом не считаю. Но вы должны понимать, как эта механика работает. Что обрабатывать в первую очередь в городах? Естественно, то, что ускорит ближайшие технологии. В моем случае обработка пшеницы ускорит орошение, обработка овец ускорит верховую езду, обработка камня ускорит каменную кладку. Вот у нас есть 3 клетки, которые ускорят какие-то техи, а обработка 3 клеток ускорит мастерство. Так что выбор очевиден. Далее вам надо делать акцент на обработке ресурсов роскоши. То есть в моем случае это алмазы, это красители, это какао. Потому что именно ресурсы роскоши влияют на довольство, и довольство будет в первую очередь задерживать ваши города в росте. Не жилье. Жилье вы можете увеличить, там и амбар построить, и те же самые фермы и плантации будут по половине жилья добавлять. Это еще плюс жилья. Всегда проблема будет в довольстве. Чем быстрее вы обработаете клетки с довольством, тем больше у вас будут расти города. Что с новыми городами? Раньше я советовал как можно быстрее, как можно больше городов поставить. Сейчас это не совсем так. Я рекомендую как можно быстрее 3 города поставить. То есть вот столица первый, потом второй, потом третий. Найти вот именно хорошие места поблизости от столицы. Вот это я считаю хорошие места, которые тут я вот правда не исследовал. Давайте глянем, что там, прежде чем мы увидим, что там, карточкам. Ну, здесь все просто. Надо брать боевую мощь против юнита варваров, потому что варваров будет много, и драться с ними тяжело. Плюс 5 это очень хороший бонус. Здесь же я рекомендую бог-царь, потому что пантеон, чем быстрее мы возьмем пантеон, тем лучше. Даже если у вас есть рядом с городом какая-нибудь клетка, которая дает веру, вот, например, видите, красители дают одну веру в ход. Если бы она была вот тут внутри города, ее бы строго обязательно надо было обрабатывать. Все равно стоит взять карточку на пантеон. Чем быстрее вы примете пантеон, хороший пантеон, тем будет лучше. Как видите, я не ошибся, здесь действительно озеро, но это было понятно по линзе поселенец. Давайте, кстати, еще раз престиж глянем, нету ли где-то у нас чуда.
Ну, вот это тут не чудо, просто потому что это ясно, что это побережье. Это вот высокий престиж на тех клетках, где размещено побережье, а тут еще и озеро. Так вот, город мы тут ставим, но он откровенно похуже будет. В чем проблема этого города? Во-первых, по-моему, самая плохая клетка в игре — это лук. Это просто две еды и все. Поэтому если у вас выбор между тем, ставить город на лугах или ставить город на равнине, несомненно, выбирайте равнину. Потому что здесь есть производство, и когда вы здесь будете вот эти фермы треугольничком ставить, которые друг на друга влияют, то у вас будет три еды и производство, ну а потом там дальше после открытия, по-моему, стандартизации, еще будет четыре еды и производство. Это замечательно. Лук, то есть это тупо еда, это, мягко говоря, ничего. Но здесь город хорош хотя бы тем, что тут есть камень, тут есть мрамор, еще ресурс роскоши, и мы еще дальше не посмотрели, возможно, тут еще камень есть, еще мрамор. То есть, в принципе, на такую перспективу он будет развиваться, но это не самый лучший вариант. Если бы я играл сам вот сейчас именно на победу и не старался вам гайд показывать, я, естественно, второй бы город вот тут ставил. Вот я, видите, у меня тут отмечено на овцах, но я не видел, что здесь овцы, поэтому вот здесь, либо здесь, я бы еще подумал, на каком месте. Возможно, даже здесь, для того, чтобы вот сюда влез бы четвертый город на побережье. Более того, здесь озеро, между прочим. То есть тут еще тоже можно посмотреть, возможно, не таким вот треугольником стоять, а пока третий город сюда, здесь будет четвертый город. Какими соображениями руководствоваться, где ставить город? Есть ли в нем производство? Есть ли там что вырубать и какие там ресурсы, начиная с ресурсов роскоши, заканчивая бонусными. Бонусные вы все-таки тоже можете всегда вырубить и использовать. В этом случае, конечно, это место намного уступает этому, потому что здесь и есть вырубка лесов, тут равнины, тут холмы, здесь пшеницы как минимум две. И, возможно, даже надо выше немножко ставить, чтобы попробовать до какао этого дотянуться. Но 3, максимум 4 клетки – это самое большое расстояние от вашей столицы. Теперь, исходя из того, что мы уже поставили, надо переиграть с правительственной площадью. Потому что я думаю, что, возможно, лучше правительственную площадь уже вот тут поставить. Придется, наверное, вырубить камень, но зато у нас тут получится реальная ромашка. То есть от этого города, например, мы тут сможем поставить кампус и промышленный район, от этого города то вот конкретно кампус и коммерческий район, потому что озеро не дает никаких бонусов коммерческому району. Это еще одна из причин, почему на реках намного лучше ставить, чем на озерах. Правда, здесь тогда этот город теряет от кампуса бонус соседства. Либо мы еще думаем о том, что мы можем город сюда выше поставить, здесь у нас будет город стоять, и тогда, возможно, правительственную площадь мы можем поставить здесь. От этого города тут два района, от этого города тут два района, эти два района, тогда этот камень вырубаем. То есть тут надо подумать. И вот для этого и нужны в начале скауты. Я, например, предпочитаю в начале не откладывать строительство вот так вот поселенца, а строить скаутов, чтобы больше открыть территории и понимать, где мне удобнее ставить город, какой клетке мне стремиться для правительственной площади. То есть вот этот город хуже, чем, опять же повторю, чем здесь и здесь был бы. Какого губернатора вначале брать? Ну, губернатор вам станет доступен только после открытия либо ранней империи, либо трудовой повинности. Тут всего два варианта, по моему мнению. Либо Магнуса, если вам рядом никто не угрожает, потому что его эта способность плюс 50% к ресурсам, полученным благодаря сбору урожая и изменению клеток города, это очень важно. Вы, вырубая лес, там, убирая камень, например, или рис собирая, вы получаете очень много ресурсов. То есть вы его размещаете в тот город, вокруг которого много леса, или то, что, где вам надо вырубить, и используете его. Как и вторая его прокачка, либо создание поселенцев в этом городе не уменьшает население и плюс 20% производства, либо логистика избытков. Я чаще логистику избытков использую, но и это тоже хорошее. Если же вам кто-то угрожает, то в том городе, которого вы ждете нападения, естественно, Виктор, потому что его способность, которая увеличивает боевую мощь городского гарнизона на 5, а потом еще и берется
юниты, обороняющие территорию, получают плюс 5 к боевой мощи. Это очень важно, особенно если соперник нападает на вас с генералом. То есть вы нивелируете бонус генерала. Не надо это откладывать, потому что у вас в начале вот только будет две прокачки на губернатора. Видите, вот эти две. И все, и дальше третье фиг знает когда. Это я к тому, что если вы решите, ну давайте, может, вряд ли он на меня нападет, я не буду брать Виктора, скорее всего, человек на вас нападет, у вас там Магнус, а город вы потеряете. Так что не пренебрегайте Виктором. Но все-таки для развития, по-моему, лучше Магнус. Еще неплохо Лян за дополнительный заряд строителю, но вам все-таки строителя надо строить для этого. А Магнус работает сам по себе. Ну и далее, после того, как вы поставите 3-4 города, смотрите по ситуации, вы их стараетесь развить посильнее. Возможно, вы сможете выйти в темный век, и тогда вы возьмете карточку, черную карточку, которая не позволяет вам ставить новые города, но которая дает бонусы к вашим торговым путям между городами. Тогда вы будете эти 4 города отъедать. А если же нет, то, конечно, желательно попытаться выйти в золотой век, взять бонус к строителям. Самый плохой, конечно, нормальный век обычный. И потом в средневековье, уже разведав территорию вокруг, уже поняв, где кто находится, начинайте расставлять еще города. Желательно 7-8 штук, это минимальное количество городов для нормального развития в 6-й цире. А потом уже там думайте о том, чтобы на соседей нападать, захватывать какие-нибудь города-государства и так далее. Но стартовое развитие я предлагаю именно такое. Ваши правки и комментарии с нетерпением жду. На этом все, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!